Диетический суп у 10-летнего Владика восторга не вызывает. Куриный бульон, гречка, горох и фрукты теперь частые гости на столе. А вот от вредной пищи вся семья отказалась. После праздников сидят на диете. Все вместе избавляются от лишних килограммов, которые накопились у каждого домочадца. Мальчик рассказывает, порой времени из-за школы и дополнительных занятий на то, чтобы нормально поесть, просто не остается. Бывает, кушает парень только один раз в день и не всегда полезную пищу. Ну, шоколадки нет, газировку иногда. Ну, скоро на плавание пойду, потому что пока еще не отдали меня никуда. Так, во дворе иногда бегаю много. Все. Удивительно, но лишний вес у детей может появляться в самом раннем возрасте, даже когда малышу еще нет и года. По статистике, у таких детей полнота остается и в зрелости. 60% взрослого населения, страдающего ожирением, получили свою проблему еще в детстве. Поэтому пухлые детские щечки, ручки и ножки после года должны вызывать не умиление, а скорее настороженность у родителей. Тяжелое ожирение у детей раннего возраста и дошкольников уже может сопровождаться синдромом апноэ во сне, ортопедической патологией. У части детей нарушается толерантность к глюкозе, развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия. У детей, страдающих ожирением уже в 3-8 лет, выявляются ранние сосудистые нарушения, что свидетельствует о развитии зависимого от ожирения атеросклероза уже в детском возрасте. У детского ожирения много причин: генетика, образ жизни, схема питания, специфические болезни. И тут даже родители не всегда могут помочь. Это дело профессионалов. В идеале лишний вес должен обеспокоить участкового педиатра, а тот уже направить к соответствующему специалисту – эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу и даже психотерапевту. Ева, забирай. Ну, забираю Яночки. Посади игрушку вон туда. Так, собачку давай. Света не только мама прекрасных двойняшек, но и детский психолог по образованию. Рассказывает о правильном питании и воспитании вкусовых предпочтений своих детей, заботится с первого дня. А вот с проблемой детского ожирения сталкивалась по работе. На консультацию приходят целыми семьями, ведь тут нужен коллективный подход. Частая причина лишнего веса – переедание. Это все проделки родителей. Я очень знаю много таких родителей, которые на все требования вот как раз своих детей по поводу сладостей, там даже с полугода бывает, дают булочки, там конфеты, вообще на все требования своих детей отвечают вот, ну, положительно, то есть все, что они требуют, им покупают. Да, это естественно, это стиль воспитания. Если есть понимание и осознание проблемы лишнего веса, не тяните, советуют специалисты. Но врачи напоминают, менять образ жизни и прилагать усилия придется не только маленькому Винни-Пуху, но и всей семье. Только тогда добьетесь нужных результатов.